Всем привет! Мы доехали сегодня до сада. Не знаю, насколько у меня хватит съемки, потому что зарядить телефон я забыла. Вот как-то так. Папа у нас собирается докашивать. Что-то докосит. Наверное. Елена чем-то там занимается уже. Всю искусали. Пошли, Велиш, пошли, я тебя побрызгаю. Добрались мы до сада. Вечерочком-то. Папа решил докосить у нас все-таки. Может, что-то и докосит. Может, что-то и докосит. В этом видео вставлю фотографии, потому что у меня зацвели растения некоторые. Зацвели. Что, Велишенька, мы с тобой обрызгались, да? Ну, Велишу уже цепанули, под глаз-то цепанули. Наверное, вылезет что-нибудь у нее. Пиончики уже готовятся. Ну, мама уж потом приедет и будет полоть. Этот пион все-таки не распустился еще. Все-таки он еще не распустился. Красавец. Красавец. Пойдемте, я вам покажу шиловидные флоксы. И велеешь, не рви. Пойдем со мной. Шиловидные флоксы. Вот они вот так вот тут. Красиво цветут. Кстати, они хорошо тут разрослись. Я их принесла из-за двора, из-за своего. Красиво зацвели. Это у меня клумба. Слушайте, а этот-то? Ну, децентр, ладно, еще цветут децентры тут, да, конечно. Взяла. А вот он, алиссум-то. Алиссум. Начинает. На, тоже полоть. На, все везде полоть. Все и везде.